вот автор Бениода. Дело в том, что после окончания творческих мастерских Российской академии художеств Союз художников дал этому замечательному, удивительному творческому человеку творческую мастерскую. И мы были в таком томительном ожидании. А когда же, когда же? Мы знали, что Лена не просто зашла в помещение творческой мастерской, она сначала сделала ее по-настоящему творческой, она сделала в ней такой ремонт, которому могут позавидовать большинство из мужчин, которые входят в нашу организацию и живут как попало. А она создала такой микроклимат, в котором не творить невозможно. Кроме этого, она вокруг себя собрала таких людей, которые хотели бы у нее поучиться такому замечательному ремеслу, как изобразительное искусство. И мы были в недоумении, покажет ли Елена нам, в конце концов, хоть какой-либо итог. Елена, в которой написано на груди «forever», что означает «раз и навсегда», она нас сегодня всех положила на обе лопатки. Конечно, это потрясающего уровня мастерства художника. Самое главное, я думаю, суть всей этой выставки, она вот в этой работе. Это человек, которому хочется охватить необъятное, хочется радоваться жизни. И вот эту радость жизни она нам сегодня выплеснула вот в таком красивом масштабе, в таком замечательном формате. Каждая картина — это кусочек жизни, который она не просто запечатлела, а превратила в произведение искусства. Конечно, немногим под силу такой масштаб мысли, такой масштаб творчества и такой уровень настоящего, хорошего, высокого профессионализма. Я уже сказал, что Елена закончила последнее учреждение в ее долгой жизни. Это были творческие мастерские Российской академии художеств в городе Красноярске. И мне хотелось бы предоставить слово Анатолию Павловичу Левитину, председателю нашего отделения Урал, Сибирь и Дальний Восток Российской академии художеств. Пожалуйста, Анатолий Павлович. Дорогие друзья, я уже не сказал о недостатках. Я буду говорить о достоинствах. Мне кажется, что эта выставка очень показательна для всех художников, для молодых, главным образом, и для всех зрителей. Потому что в ней видно, что человек любит жизнь, что без любви не может быть искусства. Потому что стоит посмотреть хотя бы на кошечку, которая хотела бы взлетать. Там столько тепла, столько человеческой нежности, и так почти во всех работах. Потом стремление остро компоновать, понимать ритм, понимать силуэт, понимать формальные моменты, которые необходимо знать художнику. В самом лучшем смысле слова формальный. Потому что каждая работа должна иметь свой композиционный ключ. И вот это есть у Лены. Я горжусь тем, что она кончила меня в творческую мастерскую. Горжусь, и мне кажется, что она очень показательна в этих работах, потому что без любви, без любви к жизни, к своему ремеслу, не может быть искусства. Я считаю, что эта выставка, она необходима нам не только в Красноярске, я думаю, что вот сейчас приедут многие художники из разных городов Сибири и Дальнего Востока. Я думаю, что это хороший подарок этому замечательному явлению, когда приедут там много замечательных художников, потому что так видеть жизнь, так ее любить и так остроумно очень многое решать, что я просто от всей души поздравляю Лену, считаю, что эта выставка принципиально важная. Я думаю, что зрителю будет очень интересно ее смотреть. Спасибо, Лена. Спасибо. Хотел бы предоставить слово нашему замечательному искусствоведу Покровскому. Пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие зрители, почитатели таланта Елены Янковой. Мне очень радостно отметить, что вот на таком едином пространстве Дома художника открыты две замечательные выставки. Одна посвящена декоративно-прикладному искусству, это «Сибирская радуга», а вторая – персональная выставка Лены Ильинковой. Их объединяет общая тема – светлота, радость, мечтательность, особые ощущения себя в жизненном пространстве. Конечно же, она закончила наш вуз, Красноярский государственный художественный институт, как график Валентина Павловича Теплова. Затем ей очень захотелось заниматься живописью. И ей удалось, потому что Анатолий Павлович Левитин раскрыл свои объятия и принял ее в мастерскую. И она сумела выполнить всю необходимую программу. И, безусловно, я за нее очень-очень рада. Это достаточно мечтательная натура. Заметьте, пожалуйста, все то, что она здесь сейчас представляет, это последние в основном два года, 2014-2015. Но ее замыслы я почерпнула, я с ними была знакома, еще когда она была в творческих мастерских Красноярского художественного института. И там она, как радушная хозяйка, она принимала своих гостей и делилась планами. И очень приятно, что все это получило свое воплощение. Мы отмечаем ее поездки. Она чудесный путник, она ровно шагает по земле. И здесь, и Монголия. И Запады. Но иногда она пытается взлететь. И парить над этим пространством. Мне, конечно, очень хочется отметить ее картины, посвященные старшему поколению и миру детства. Это особая сокровенная тайна ее души. И каждая ее работа скрывает искорки ее вот такой радушной, сосредоточенной, внимательной души. Мне хотелось бы пожелать ей творческих успехов, и чтобы на ее пути только были очень хорошие, светлые люди. Спасибо. Вот, когда каждый день открытие выставки, вчера открылась замечательная, на мой взгляд, выставка в Доме офицеров, посвящена Таймыру. Эта выставка объединяет трех удивительных по масштабу художников, таких как Рянель, Довнар и Кудринский. Сегодня мы открываем выставку Лены Ильинковой. Завтра открывается выставка в Академии. 1 числа в выставочном комплексе «Сибирь» откроется огромная межрегиональная выставка «Сибирь-Дальний Восток», которая представит 18 дальневосточных и 15 сибирских союзов художников, которых организовала Академия в один большой, серьезнейший проект. И Анатолий Павлович очень правильно сказал, что для многих приезжающих планируется, что приедет порядка 40 искусствоведов из разных регионов и около 30 художников с Дальнего Востока и Сибири. Я думаю, для них это будет показательная выставка, потому что она действительно очень хорошего, очень крепкого уровня. Можно только поздравить Лену. Она, я думаю, нас еще не один раз удивит какими-то своими новыми чудесами. Через каждые два года. Человек, который очень скромный, никогда не выпячивается и никогда ничего не просит, в отличие от многих других, она просто все делает сама. Может, кто-то из огромного количества присутствующих гостей хочет сказать несколько слов? Я нарисовала и всех зову к столу. Всех поздравляю с такой замечательной, красивой выставкой.
Для нас это не редкость, но зато большая. Нет, это другая кинокамера. Давайте попросим.